друзья, нашего почетного гостя. Так, проехали. Так, скутер слишком на вид, я понимаю, попытался сделать, но, к сожалению, последние трюки вышли из-под контроля, потому что в одном вылете он пытался делать по меньшей мере их три, но всякое бывает. Волнение, сказывается, устал уже. Красивые игры проходили на протяжении всего турнира. И сразу сказывается этого футбольного мяча. Отпрыгнул от него буквально, как сам футбольный мяч. Еще один проект. Первое место. Сейчас награждаем бронзовых призеров. Команда «Спорт Экспресс». Так, квадри практически был пойман, но опять что-то вышло из-под контроля, которого тебе нужно срочно набрать на оставшиеся 15 секунд. И скутер флип идеально был сделан, и под этот супер крутой трюк ты уезжаешь в завершение своей попытки. Следующий райдер Полушев Дмитрий.